И раз, и два, и три, и четыре. Готово был. Дубы на следующий уровень бизнеса собраны. Здравствуй, пепельный толстяк. Турнир выигран. 1744. Достаточно. Жизнь в кратере продолжается. Погнали. Что-то не по плану пошло. Дом, милый дом. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди, и мы продолжаем потихонечку развиваться в кратере. Ты еще до сих пор не знаешь, что такое кратер? Ёлы-палы, это игра Last Day в игре Last Day. Отдельный персонаж. Есть подробный плейлист, который был недавно обновлен. Развитие в кратере и все такое. Сколько уровней бизнеса? 100. И я тебе скажу, каждый левел это прям капец. Обувь. Неужели я получил ее? И теперь я могу спокойно собирать вот такой комплект скаута. Это хорошая, слушай, броня. А еще у меня есть суп. В общем, мы можем уже начать ходить на ПВП. Там, конечно, все в боевом вот таком комплекте, да? Но можно и в этом что-то это поугарать. Так, и что? И остается один фильтр. Можно, конечно же. Нужно. Пойти его просто и добыть, да? В рыжем лесу, в бокситовом карьере. А можно купить у игроков. И то, и другое хорошо. Побежали, пробежимся по рынкам. Только прежде... Вот это, осмотреть мебель возьмем. 5 фильтров, да? По 400. Это хорошая цена. Но можно и дешевле купить. Готово, полетели домой. Завершить. Так, дальше. Ничего себе, 20 спирта. Это серьезно, если я не ошибаюсь. Зафиксировали, да? Капец. Такой прям, да, дерзкий уровень. Ну и награда, ёб, дерзкая. Случайный чертеж. Когда ты в лучших наградах вот это все получишь, да? Что? Просто заходим в крафт и смотрим, когда у нас новый чертеж. На 73-м, потом 75-й, 77-й. Каждые два левела, да? А когда завершение каждой десятки, видишь, 3 левела. А тут опять 2 левела, потом опять 3. 2, 2. Ну ты понял, да, короче? 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2. Так, значит, 2 телефона, 2 железные проволоки и 6 спиртов. Давай посмотрим для начала, что я из этого могу произвести. Йодик. Йодик, селитра, кислота, резина. А вот этот топ верстак... Не побоюсь этого слова, топ. Он реально топ, да. Лучше не бывает. Так, все, здесь перезарядили, да? Ну, что я тебе могу сказать? Сносить надо. Либо фрезерный станок, либо вот этот. Я думаю, вот этот сносим. Путей развития очень много. Но я пойду вот по такому. Для начала смотрим. Вот, производство спирта, чтобы самому произвести. В принципе, несложный верстак, да, но 2 пластика придется пожертвовать. Потому что если я потом удалю этот верстак, да, они сгорят. И волочильный станок. А вот волочильный станок вообще ерунда. Поэтому сейчас я его собираю вместе с тобой. И... Потом вообще волшебство. И наделываю побольше этой синей проволоки. Заранее, так сказать, да? Готов был. Железная проволока вообще изи, да? Ну так вот в этом и прикол. Что она-то изи, но главное, чтобы у тебя верстачок был. Рекомендую тебе, конечно, все-таки развиваться вместе с кланом. Но я сейчас наделаю этой железной проволоки прям наперед побольше. Так, 6 спирта, 2 телефона. Смотри, предупреждаю тебя, по торговому району можно летать не один ёпчас. Серьезно, да, и так и не найдешь, что тебе надо. Игроков очень много. Даже сейчас, хоть и онлайн маленький, все равно это жесть вообще. Можно прям застрять в торговом районе. 5 штук, 1280, так, по 220, что-то типа того. Это дорого, недорого, я не знаю. Пластик заранее я выкупаю. Всякого говнища скупил. Блин, зачем? Чтобы задание сделать. Так, ну чё, нормалды? Осталось 2 мобильных телефона.
мой первый крафт – броня скаута. Как я ждал давно, чтобы мне выпала эта штука. Смотри, если у тебя будет не комплект, то эффекта вот не будет, короче, да, нужного. 11 – защита от радиации. Надо обязательно, чтобы был комплект. Поэтому это очень важное событие в моем развитии в кратере. Так, все, я решил мобильные телефоны нафармить самостоятельно, слушай. Перекресток, конечно же. Где же еще? Погнали. Сразу заряжаем турнир, да? Я сделаю одну зачисточку. Красив был. А дальше будет дальше. Так, ну и все, ждем. О, грязь какая, че? Блин, 13 или 14 минут ждал, представляешь? Как, блин, вот так вот. Вообще грязь. Блин, бывает, бывает, да. А, да, очень долго. Я реально прям заснул, это дикость какая-то. Конечно, все о локации Перекресток ты можешь найти на канале. Плейлист «Город в кратере». Опачки, первый телефончик. Ну вот и все. Всего один телефончик выбил на Перекрестке, а можно было и все выбить. И на рынке докупил. Готов был и уже даже заранее. И кувалда. И че? Это хорошо? 20 пластика. Я даже не знаю, слушай, сколько всякого говна, да, вот-вот. Смотри, макуаунитл, это хорошо. Боевой топор, волшебно. Кувалда. Слушай, ну по ресурсам она прикольная, да? В ней не используется вот этот металлолом. Только проверить, что она по урону из себя будет представлять. Но это уже совсем другая история. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот ролик. Так, алюминий, вода, пластик, кожа, дубы. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ты еще не со мной? А почему? Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Видосы как выходили, так и продолжают выходить каждый день. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках ВК Плей, Трова и YouTube. Ну и конечно же, не забывай про наш телеграм-канал. У нас там чат круглые сутки, живое общение, а еще анонсы всех роликов, стримов, розыгрышей. Ну и новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь. Удачного тебе развития в кратере. Вот блин, че? Я ж, блин, станок по переработке дерева сломал. Ну ладно, чуть-чуть тогда попозже сделаю дубы. Пока-пока.